Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители карт Таро теней. Сегодня мы смотрим расклад «Атака». Это на выявление негативных каких-то воздействий. И первая карта нам расскажет, было ли произведено магическое воздействие, да? Так, магическое воздействие. Смотрите, ну на самом деле вы можете где-то получать какие-то магические воздействия. Это когда у вас падает, например, иммунитет, и на вас из космоса могут валиться сущности, да, то есть очень много придумывают каких-то версий по поводу сущности. Я вот рассказываю реально, откуда они появляются. То есть у вас падает иммунитет, и вы подходите под частоты сущностям из космоса. Они на вас наваливаются, и чувствуете себя некомфортно, да, то есть вот в таких ситуациях надо вытаскивать себя любыми способами, спортзалами, бассейнами, чем угодно, повышать иммунитет, чтобы этого не происходило. На какую жизненную сферу это воздействие больше всего влияет? Это влияет на ваше одиночество, что у вас не складываются отношения, на вашу депрессию, состояние, когда ничего не хочется, не хочется утром вылезать из постели, не хочется встречаться с друзьями, да, то есть вот это как раз вот влияет на вот это состояние, тут еще может быть на сексуальное какое-то, да, влияет, что не хочется никого и ничего. Кто атаковал? Ну вот, получается, как бы, да, у нас получается, это из космоса летят как бы силы, да, более такие мощные, которые вы для них становитесь едой, да, то есть, когда вы по частотам подходите, они любят это вот как еду, и они прилетают, вас просто объедают, еще больше добивают, да. Так, чего добивался противник этой атакой? Ну, вот видите, он... Вы варите еду, он ее ест. То есть просто вы еда для вот этих вот сущностей происходит. Какие действия следует предпринять? Вот карта говорит о том, что надо взять себя в руки, надо действовать, надо не сидеть на месте, надо раскручивать себя. То есть нужно все, что угодно делать, чтобы иммунитет повысился. То есть чтобы вы стали, знаете, такая сильная, мощная, и у вас не надо было есть сущностям сверху, из космоса. Что в итоге? А в итоге все будет замечательно. То есть, когда вы поднимете иммунитет, когда вы выйдете на улицу, когда вы начнете плавать в бассейне, там, я не знаю, бегать на беговой дорожке, все что угодно, да, у вас повысится тонус, и вы будете отлично себя чувствовать, и будете что-то хотеть, и будете двигаться, и будете идти в правильном направлении. Вот кому интересен такой расклад, заказывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.